24 года подряд мы собираем у себя на выставке представителей туристического бизнеса для того, чтобы они ознакомились с курортом Анапы, с тем, что мы представляем. Кроме того, конечно, участниками выставки становятся обязательно это предприятия сопутствующего бизнеса, это и общественное питание, это и сельхозпроизводители, поставляющие свою продукцию нашим санаториям, нашим здравницам. И все, что касается обеспечения деятельности гостиниц и сферы отдыха. Но особо, конечно, хочется видеть на нашей выставке участников – это и новые гостиницы, потому что сегодня мы едем по городу и видим, насколько много и какие красивые санаторно-курортные объекты у нас возникают, да? И мы с удовольствием на это смотрим, и мы представляем, как там хорошо, но, к сожалению, мы не видим представителей этих небольших отелей в рядах наших экспонентов, а им бы надо было что-то рассказать о себе. Во время выставки пройдет и традиционная научно-практическая медицинская конференция. Известно, что в ее работе примет участие президент Международного научного конгресса Всемирной федерации водолечения и климатолечения Умберто Солимене. Кроме того, в рамках деловой программы планируется обсудить механизмы взимания курортного сбора. Сегодня у нас ведутся переговоры с Министерством по туризму Краснодарского края для того, чтобы они провели круглый стол как раз о курортном сборе, потому что до сих пор все не очень понимают назначение, механизм этого курортного сбора. Поэтому я думаю, что это будет очень-очень своевременно и очень правильно. По словам Екатерины Анатольевны, эта выставка должна стать для предприятий санаторно-курортного комплекса стартом подготовки к следующему курортному сезону.